Так, продолжим прохождение метро «Луч надежды». Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, давайте их обыщем. Что они там говорили про мусоропровод? Никак обыскать нельзя вас. Гляньте, крови. Ой, тень тупо сделали вообще. Ладно, выбираемся из этого концлагеря. Там посмотрим. Вам, наверное, ничего не видно. Пойдем. А что, все мое оружие забрали? Типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Неужели мою пушку забрали? Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Ё-моё. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы. Ого. Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, 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 так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Отлично. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка, решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Четко сказанул. Ладно, куда дальше-то? А что если... Че он вообще молчит? Братишка, а ну-ка, подсади. Ну. Давай наверх. Базар. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаю вперед. Ты с такими клишами напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Вот твари. Отомри! Живые. За мной! Потихоньку, потихоньку. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай. Только раньше времени не начинай. Все, работаем. Так, нужно не делать, чтобы убить. Давайте убьем. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг. Вон лестницу опускай. Так, рычаг. И бей их столько, сколько сможешь. Ничего. Нам всем все равно конец. Выкрути лампочку. Где лампочка? Выверни лампочку! Ай, блин! Я тупанул. Да, я тупанул. Он же говорил. Я думал просто, что это свой. Ну ладно. Начнем заново. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. Что ты делаешь?
Давай, 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 давай. Выкрути лампочку. Выверни лампочку. Не боись, не обожжешься. Откуда вы? Да потуши ты эту лампу. Сколько можно? А, вот она. Блин. А я туплю. Все, все, не буду тупить. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю. Тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай. Только раньше времени не начинай. Все, работаем. Так, все, теперь я понял. Сейчас сам свет должен вырубить. Давай на ту сторону. Может, там выйдет подняться. Встретимся наверху. Не пуха. Кормить тебя еще. Тварь. Фашистка. Наугад иду, если честно. Сынишка своего. Ну и... Тут еще этот торговец Ганза. Продай, говорит, зверька, че ему стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... Тяжелая миссия. Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Маш, казан, есть дело до шампиона. Так, мне надо оружие найти. Ночные снимки. Я знаю, я четко его. Валейны. Так, давай в шлюз, давай, давай в шлюз, базар. Закрывай, закрывай шлюз. Это что уже тут? А, вот это. Все. Самое веселье будет. Вам, наверное, плохо слышно, я не знаю. Часы у тебя что надо? Лампочка загорается, когда тебе кинет. Значит так, дальше наверняка будет аккуратно.
своих газом, они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Ну ничего, прорвем. Ты иди низом, а я сверху. Прикрою, если что. Минус один. Так. Как этих будем валить? Эй, стоять! Красные, тревога! Так, блин. Давай, вылазь. Патроны, патроны мне надо, патроны. В принципе, патроны есть. Это ясно. Глянь на той стороне. Там должен быть такой же выключатель. Да вижу, вижу. Что ж, я слепой. Ну, заканчивается. Все. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Ну что, не, не очень тяжело, не все на самом деле. Молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. Чёрный побывал тут в лагере. Ладно, пофиг. Это куда мы вышли? А, мы ж переоделись. Чётко сейчас свалим отсюда. Ну, я так думаю. На землю, сука!
Да, понял, реально, короче. Отлично. Не, армейские патроны я тратить не буду. Мне удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить орден, что черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем. Больше некуда. Четкая машина вообще. И как там, живой вообще? Молодцо, троник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Ну все, приехали. Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной. А патронов-то нету. Что за туннель? А нету, чуть-чуть. Давайте поосторожнее, рейд все. Так, тратить не будем. У меня 8 патронов. О, труба! Артем, давай сюда! Давай, давай. Опа! Че я его постоянно подсаживаю? Так, ты подожди, а я гляну, что там. Что за... Шпион! Хватайте его! Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост! Проверьте свой сектор туннеля! Повторяю, проверьте свой сектор туннеля! Мы крысы из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято. Проверяем. Сейчас мы их вольнем, да? Так, вольнем. Ого, это мне теперь отсюда вытекать. Куда мне текать? Ладно, будем текать сюда. Так, давайте восстановим здоровье. Не, их тут дофига, у меня нет шансов.
Ну, может и есть. Перезарядимся. Шансы есть, но очень маленькие. Ну, не будем их терять. А где, вон он. Все, труп. Так, мне теперь надо подняться наверх. Там у них очень много патронов должно быть. Собираем патрончики. Да, патроны есть. Отлично. Теперь отсюда валим. Как только отсюда выйти. У меня один вопрос. Как отсюда выйти? Ага, вот тут. Патронов мало. Четыре патрона. Как отсюда выйти? Может, и тут? Блин. Или это я туплю так? Блин. Ну вот мне кажется, куда-то сюда надо. Блин. Не, они издеваются. Я вам говорю, они издеваются. А, все. Опять я затупил. Прям таки аж стыдно. Так легко было выйти. Сдаюсь! Не стреляй! Я сдаюсь!
Мы таких не жалеем. Да. У него тут много чего ценного. Так, пойдем дальше. Вот у нас проходик такой. Что эти пауки, мерзость. Твари. Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Так, ладно, будем завязывать с этой частью. Встретимся в следующей части. Всем спасибо, до новых встреч. Я давайте досмотрим вот эту вот заставку и попрощаемся. Ну, Паша. Блин, Артёмыч, я знал, что не бросишь меня. Мы же с тобой как ладно, эти... до новых встреч.